Всем добрый вечер, кто решил посмотреть это видео. Так, ну что, показываю динамику роста малышей Luxurians. Сейчас, на сегодняшний день, с момента, когда я их показывала в первый раз, прошло 3 недели. Вот так за 3 недели кто-то прям очень активно пошел в рост, да, если сравнивать с первым видео, по ним я снимала как раз. Так, ну вот по-прежнему первый номер, второй, третий, четвертый слева направо можете выбирать. Я сейчас покажу поближе. Значит, Luxurians под номером 1. На мой взгляд, самый активный черенок из всех. Ну, пушистенькими они все будут в перспективе. Я имею в виду с плотным расположением междоузлей, листиков. Вот они пока, видите, только вот оформляться начали. Особенно вот сейчас покажу, дойду до третьего номера. Так, второй номер. Вот такой черенок. Номер 2. Номер 3 самый такой малыш. Видите, у него и листики пока такие. Только-только. Как раз вот его только полила. Потихонечку. Вот уже начал растить. Листики похожие на взрослые. Так, и номер 4. Вот такие малыши. Можно бронировать. Естественно, у кого в заказе есть еще Luxurians, тем, конечно же, я буду выбирать лучшие черенки. Ну, плюс у меня еще готовятся, так что, в общем, выбор-то есть. Выбор есть. Ну, пока вот эти, которые прямо уже готовы к переезду. Остальные готовятся. Ну, все, друзья. Кто заинтересовался, пожалуйста, пишите. И всем спасибо за просмотр и до встречи на страницах моей группы. Пока-пока.